Всем привет, я Артур Решетов, и это ТОП ШОУ НЬЮС. Самые главные новости шоу-бизнеса этого дня. Я имею честь объявить вас мужем и женой. Наследница главной телесвахи страны впервые рассказала о болезненном разводе с юристом Андреем Снитковым. Она до сих пор сильно переживает из-за ухода мужа. Ксения Сибитова рассталась с супругом около 2 лет назад, однако только сейчас нашла в себе силы заговорить о расставании с любимым. Девушка сделала признание на программе «Давай поженимся», гостьей которой в этот раз стала ее звездная мать. Ксюша пришла на ток-шоу, чтобы поддержать родительницу, и рассказала о распаде своей семьи. Лариса Гузеева спросила у Сибитовой-младшей, что стало причиной ее развода. Для я нас... уже да, почти 2 года в разводе. Что? Почему? Я же помню эту свадьбу. Если честно, Лариса, я не знаю. Потому что единственная причина, которая была как бы оговорена в ЗАГСе моим мужем, бывшим уже, он был не готов к супружеской жизни. Вспоминать о расставании с возлюбленным ей до сих пор тяжело. У Ксюши наворачиваются на глазах слезы. Отметим, с момента развода наследница известной телеведущей не общалась со Снитковым. Видела, что он хотел... Нет, он пришел и говорит, а мы можем перенести свадьбу на попозже? Я говорю, на попозже это когда? Он говорит, ну в сентябре, в октябре. По поводу развода дочери высказала и Роза Сибитова. Она сообщила, что Снитков сбежал от Ксении вскоре после бракосочетания. Месяц проходит, он не живет, и Ксюша рассказывает про какие-то отговорки, то ему тут душно. Я говорю, ну хорошо, давай осветим. Ну, конечно, машину Ксения. Я им купила, квартиру вот, Никите, да. Ремонт брат, сделали, живи не хочу, начались какие-то отговорки. Честно говоря, я до последнего, и мы держалась, потому что Ксенька, она вообще не понимала, что происходит. Ну что ж, на этом все. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, ведь я рассказываю самые главные новости шоу-бизнеса.